специальное предложение только сегодняшнего дня. Это инновация в бьюти-индустрии. Это роскошная помада-бальзам, которая порадует вас своим внешним видом и, конечно, своим ощущением на губах. Это омолаживающий эффект. И только сегодня сразу две помады за 1999 рублей. Не забывайте, заказывая любые два товара, третий вы получаете абсолютно бесплатно. Ну и, конечно, знаток бьюти-индустрии Катя Гайдар расскажет о том, как омолодить свои губки, сделать их соблазнительными. Ариночка, спасибо. Да, я сделаю это с огромным удовольствием, тем более, что я обожаю эту помаду. Это действительно уникальная помада, потому что у нее ухаживающий состав. Эта помада способна омолодить кожу губ. Эта помада мгновенно придает эффект более объемных, чувственных губ. Она усиливает цвет натуральных губ и работает в данном случае, знаете, можно сравнить с перманентным макияжем, то есть когда происходит усиление естественного оттенка. При этом саму текстуру помады на губах вы видеть не будете. Будет деликатное сияние, будет мягкий, деликатный блеск, но как такового цвета яркого, насыщенного вы не увидите, зато будет создаваться абсолютное впечатление, что у вас свои собственные губы сразу более объемные и более яркие. То есть эта помада возвращает губам природный оттенок и слегка усиливает его. Ну и благодаря, конечно же, ценнейшему составу, который здесь работает, это гиалуроновая кислота, это витамин Е, это токоферол, это экстракт лилии, экстракт зеленой сливы, экстракт розмарина, который будет стимулировать и усиливать кровообращение. Благодаря этому будет происходить заметное увеличение объема губ. Губки всегда идеально ровные, идеально гладкие. И, кстати, у этой помады рекордная стойкость. Она будет держаться на протяжении 24 часов. Вернее, даже не сама помада будет держаться, а цвет, который проявляется на губах от контакта с температурой вашего тела, будет сохраняться на протяжении 24 часов. И, конечно же, этот объем. То есть вот так такая помада, она предназначена прежде всего для того, чтобы сделать губы визуально более объемные, для того, чтобы полностью увлажнить их, для того, чтобы напитать их и для того, чтобы добавить им естественный цвет. Посмотрите, как роскошно она выглядит. Нету ощущения, что губы накрашены, но они яркие, и это природный, натуральный оттенок. Кстати, такая помада подойдет абсолютно для любого цветотипа. Нет ни одной женщины, которой может не подойти этот оттенок. Это идеальная дистанционная покупка. Обратите внимание, помада, которая идеально подходит любому цветотипу, которая увлажняет ваши губы, делает их соблазнительными, но при этом максимально натуральными. Это летний макияж. Только на телеканале Шоп-н-Шоу, это абсолютный эксклюзив. Внутри расцветает роскошный цветок, который каждый раз будет вас радовать. Мне нравится такой уход, я обожаю, когда губы естественные, увлажненные, но при этом максимально натуральные. Только сегодня, заказывая любые два товара в нашем прямом эфире, третий вы получаете бесплатно. Это может быть 3 туши, это может быть 5 блесков для губ. Бесплатно, 5 блесков, забирайте прямо сейчас, закажите любые два товара и получите 5 блесков бесплатно. Наш главный товар дня – роскошная помада-бальзам, которая делает ваши губы пухлыми, соблазнительными, невероятно привлекательными. Наши сумочки, посмотрите, у нас есть разные, 4 помады в одной, 3 помады в одной, 2 кушона за 1499 рублей. Их тоже сегодня можно получить бесплатно, хотя они стоили больше 2000 рублей. У нас с вами есть роскошный эффект от нашей помады. Причем, знаешь, когда с возрастом губы почему-то теряют объем. Да, безусловно, конечно. Ну, во-первых, снижается выработка коллагена, эластина, поэтому губки, к сожалению, теряют объем, и они становятся более бледные. То есть они еще и теряют естественный природный пигмент. Но благодаря текстуре Околон здесь работает инновационный состав, который усиливает, стимулирует кровообращение. И естественным путем у вас увеличиваются губки, то есть возвращается природный объем. Если у вас губы от природы пухленькие, то они станут еще более объемные. Это, конечно же, не может не радовать нас. И, конечно же, возвращается очень красивый, более насыщенный оттенок. И этот оттенок будет держаться на протяжении 24 часов. Кстати, помаду очень легко наслаивать. То есть вы варьируете интенсивность оттенка тоже самостоятельно. От максимально светлого оттенка, практически такого едва-едва-едва заметного. Но если вы наслаиваете, то при контакте с телом, да, то есть при контакте с губами, она реагирует на тепло вашего
нашего тела и начинает постепенно проявляться. Посмотрите, как естественно выглядят губы. Но они безупречно ухоженные, они безупречно гладкие. И при этом здесь нету ярко выраженного глянцевого блеска. Это деликатное сияние. Такой макияж всегда выглядит дорого. И, конечно, мы понимаем сами, мы выглядим и утром, и днем, и вечером, но очень актуально. Не оставляет следов, да, где-то абсолютно, на чашках, если абсолютно. Это всегда нас смущает. Она очень стойкая. Да, она очень стойкая, потому что она прежде всего, нужно понимать, что она не создает как такового слоя. То есть ее функционал – это возвращать природный пигмент кожи губ. Это раз. И ее функция основная – это увеличивать объем губ, разглаживать кисетные морщинки. Она обладает эффектом проявления. То есть посмотрите, мы ее наносим. Сначала вы видите, что оттенка нету. То есть он абсолютно прозрачный. Но через несколько секунд она начинает проявляться. И с течением времени становится все ярче, ярче и ярче. И этот оттенок полностью садится в цвет губ, он как будто бы пропитывает ваши губки, и цвет остается. Вы можете промокнуть губки салфеткой, уходит глянец, да, вот это деликатное сияние, но сам цвет остается. И благодаря этому губы выглядят, конечно же, визуально всегда сочнее, моложе и более объемными. Но причем это трендовый натуральный макияж. Но мы не все, не каждый день с вами пользуемся там красным. Я тоже люблю красную помаду. Но когда я иду гулять с ребенком, конечно, во двор, я не пользуюсь красной помадой. Или когда я иду по магазинам, вообще в выходной день, да, я пользуюсь именно такими натуральными оттенками, которые подчеркивают натуральную красоту, делают губы объемными, пухлыми, такими соблазнительными. Хочется прямо поцеловать эти губы. Да, слушай, ты знаешь, Ариночка, вот я бы хотела еще дополнить, что у меня, например, есть подруги, которые категорически не используют никакие помады. Просто никакие помады не используют, и все. Но губы бледные, и они вынуждены прибегать к процедуре перманентного макияжа, чтобы немножечко усилить натуральный цвет губ. Но это болезненная процедура. То есть, да, губы становятся ярче, они становятся объемные. Ну, слушай, но это больно, на самом деле, перманентный макияж. Перманент. И дорого, абсолютно верно. А здесь, благодаря бренду Околан, который создал инновационную текстуру помады, которая не просто будет проявлять и усиливать ваш естественный цвет губ, но еще даже омолаживать, потому что здесь драгоценный состав. И сразу две такие помады бальзама вы получаете за 1999 рублей. Заказывая любые два товара, третий вы получаете абсолютно бесплатно. Это акция, которая действует только во время прямого эфира. Звоните и заказывайте прямо сейчас.